Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Сергей Лав, это очередной выпуск Антикрафт, Антикрафт, которым хрен знаешь, что увидишь. И сегодня у меня есть крафт с очень интересным названием для вас, и называется он Prepare Your Anus, или Готовьте ваши жопы. И вот когда ты читаешь это название, честно, ожидаешь увидеть что угодно, какой-нибудь там кирпич, нубскую хрень, но не что-то такое реально грозное. А грозное, ребят, поверьте, есть. Вот она. Пчела-убийца. Да, возможно, я испытываю слабость к крафтам с глазами в виде японских флагов, но, ребята, этот суровый вид внешний, вот эти глаза, выражение лица, челочка, зубки, они, по-моему, просто непередаваемы. Действительно, прям лицо так и говорит: готовь свою жопу, сынок, я ее надеру. Да, тема. Но в остальном же пчела выглядит просто отлично. Она... идеальная пчела, в принципе, по форм-фактору, но в связи с последним патчем, о котором вы все уже знаете, уже как неделю, наверное, он вышел, тяжеловесные крафты перестали летать, ну, стали хуже летать, поэтому теперь здесь торчат два ховера, раньше их не было. То есть это банально проблема современности крафтов. Давайте посмотрим, как выглядит все это в бою. И ховеры, в принципе, держат этот крафт на весу без проблем, ну, автор подогнал его, чтобы он был играбельный. Но, конечно же, внутри много полостей наверняка из-за самих ховеров. Да и желтые блоки не позволят ему танковать лицом в легкую. Но зато внешний вид суровый, зачетен получился. Такую внешность я бы даже сам куда-нибудь прилепил. Такая, знаете, маска, олдскульная маска, когда еще не было никаких масок в игре. Так, я подставился, и мне чуть-чуть начало болтать из-за того, что, видите, внутри много полостей, которые прострелили мне, и все. Там брони-то и нифига и нет. Зато пчела. Билайн. Живи на яркой стороне. Живи на синей стороне. Во. Так, нет. Зачем я это сделал? О, прям, по-моему, мне лицо оторвали. Да. Прямо в патчу словил. Хедшот, черт возьми. Разорвали только так. Так, а вот теперь уже кто-то тут пытается продавиться. Странно, что у нас никто не хочет потанчить. Вроде бы вон какие-то кровати есть даже. Но танковать отказываются ребята, и это неприятно. Так, отлично, гусли-крафты разгусливаем гусли-крафты, потому что это страдание. Давай. Я чуть-чуть фрагодрочерство, но зато я хоть кого-то забрал. Так, по-моему, там кто-то еще и в спину настреливает. А, у нас ребята-то вообще вата. То есть пушки отстреливать там не пробовали. Там гусеницы выбивать. Вот, гусеницы вообще хорошо выходят из крафтов. Давайте, ребят, ну, делайте что-нибудь. Команда что-то какая-то вообще никакая, если честно. Я не понимаю, что здесь делают все эти люди. Но такое ощущение, стреляют только вот я и, может быть, там еще кто-то. А, ну, насколько там хилов-то? Два. То есть вот эти ребята, у меня такое ощущение, вообще ничего не делают, даже не стреляют. Все, стрелять мне нечем. В принципе... Но я пострелял, мне понравился бой, в принципе, можно считать, что я уже вряд ли куда-то смогу уехать и еще что-то сделать полезное. Наверняка нас сейчас всех просто здесь разберут, слишком много у противников кровати, то есть кровать же это, блин, и танковка, которую нужно снимать, и урон. Ну, а хилы вряд ли смогут, о, кто-то провалился под землю, вряд ли кто-то сможет мне отхилить настолько, чтобы я вновь начал кого-то стрелять. Посмотрим. И на удивление, несмотря на то, что внешнюю обшивку мне разобрали, как видите, я сохранил ходовую часть, то есть корпус внутренний, он защищен, если не ловить урон. То есть от сплэшей, случайных сплэшей плазмы, вы, в принципе, будете защищены. Я сейчас прям по уму пытаюсь захватить базу. Хотя нет, кто-то меня запалил, что я прошел здесь. Обошел их справа по флангу, и мне не дадут просто так захватить базу. Ну, может быть, я кого-то оттяну на себя и временно рассредоточу урон по своим союзникам. Главное, мне сейчас не слиться. Чем больше я не слился, тем я полезен, наверное. Будут так. Вроде бы наши кого-то убили, или это наш кто-то сдох. А, это наш сдох. А, ну, классно. Еще прилетает. Все, прилетела плюха. Пчелу раздавили все-таки. С плазмой. Но мне понравилось.
Тем более, что я последний стрим катался, ребят, кто не видел. Посмотрите хотя бы некоторые видео, которые я недавно выкладывал на канале в конце прошлой недели. Это моменты из стрима. Я играл в основном на Tesla Dart, то есть это очень хрупкий крафт. И для меня, в принципе, естественно стало играть на хрупком каком-то крафте. Привычно, ну, пока я не поиграл опять на кроватях огромного количества времени. Вот такой вот, ребят, крафт. Но на доп-канале, как вы знаете, в этом месяце действует система патронства, и антикрафт плюс один выходит в поддержку каждого выпуска антикрафта. Будут видео и по другим, ну, то есть в том видео я поиграю и на других крафтах, которые есть у автора на аккаунте. Их здесь, в принципе, большое количество разных. Я сейчас сам подумаю еще, на чем буду играть, повыбираю, что, на чем стоит вылететь куда-нибудь, на что стоит оставить, в принципе, на вашу фантазию. Допустим, вот такая рыбка есть, интересно посмотреть, как она. Или вот такая вот гитара. Давно я гитару не видел, по-моему. В самом только первом месяце своей игры я видел гитару большую, стоячую, из черных, черно-красных блоков. Вот, но, ребят, на этом все. Пишите комментарии, ставьте лайки. Не забывайте участвовать в антикрафте. Правила участия есть в описании. Также вы можете снять и видео по своему крафту, фрагмуви, постройку или что-то еще, и залить в видеоальбом в моей группе. И если видео достойное, то оно будет на канале. Также и про патронство не забывайте, если у вас есть желание поддержать канал. Об этом вы также можете почитать в описании. На этом все. Увидимся.